Привет, друзья и гости моего канала! Сегодня мы с вами прогуляемся по нашим улочкам. С правой стороны бывшая столовая, затем здесь был пивной бар, потом опять столовая, а сейчас это здание пустует. Мы находимся на улице Карла Маркса, или как сейчас называют, Ауэзова. Погода прекрасная. Сегодня 22 апреля 2020 года. Температура воздуха плюс 25. Перед вами общежитие Высшей технической школы. Перед вами бывший колледж индустрии туризма и сервиса. Последних 10 лет я работала в этом колледже. И сейчас объединили колледж с высшей технической школой. Здесь был большой забор, убрали. Ну, скорее всего, будут делать, чтобы был проход. Здесь мы покупаем воду. Мы находимся на улице Меньшикова, а это хоздвор техколледжа. Вот упало дерево, много шифера еще валяется, не успели убрать. Очень много пострадало домов от сильного урагана, который был 7 апреля.
Бурабай ТВ. Здесь мы платим за кабельное телевидение. Хотелось еще поговорить насчет воды. У нас сейчас вода с Сергеевского водохранилища. Вода невкусная, мы только моем посуду, стираем, и поэтому приходится покупать. Берем вот со скважины, или у нас сейчас стоят автоматы 8 степеней очистки. Если нет возможности съездить на родник, то покупаем каждый день воду. Хорошо, что хоть рядом у нас с пятиэтажкой стоит автомат. Перед вами высшая техническая школа. Мы находимся на улице Меньшикова. Это улица Ленина, Аблайхана. Это кафе какое-то. Не знаю, мы не были. Ну, вот сейчас пройдем по этой улочке и свернем на Луначарскую. Но это территория педколледжа. Все огорожено, чистенько. Вот делают крышу, которую полностью снесло. Но это бывшая котельная педучилища. А на этом пустыре когда-то начинали строить общежитие для, по-моему, для политехникума. Сейчас это вот превратилось в груду мусора, свалка. Прямо напротив дома, который находится по улице Ломоносова. Было возведено почти 2 этажа, но вот их успешно потом разобрали.
Прямо перед вами детский садик, бывший детский садик «Золотой петушок». Сейчас здесь тоже детский сад, но называется «Акбота». Это двор домов, который находится по Луначарского, Ленина и Ломоносова. Так как сегодня очень жарко, очень много во дворах ребятишек. Мы опять попадаем на улицу Луначарского и пройдем через дворы и выйдем на улицу Ленина. По проекту это здание телемастерская. Строил это здание Трест Щучинск-Курортстрой. Но после развала во что превратилось это здание? Просто большую мусорную яму. Справа пекарня «Азия». Мы вышли на улицу Ленина. Справа старое здание. Это была начальная школа с 1 по 4 класс. Ну, здесь только часть этой школы осталась. Кто впервые на моем канале, меня зовут Татьяна. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.